Здравствуйте! С вами снова я, Сергей Ставинский. 25-летний опыт фитнес-индустрии позволяет мне поделиться своим опытом относительно охраны и защиты нашего с вами здоровья. Смотрите, вот 40 лет я не был на приеме ни у одного доктора. И думаю, что уже никогда у него и не буду. А в аптеку заходил только за зеленкой, исключительно, чтобы обработать рану. Но сегодня другая тема. Сегодня поговорим о воде. Самый важный компонент всей жизни, и человеческой в частности. Наш организм состоит на 75% из воды. Мозг содержит 85%. И 94% содержания крови. Какую воду мы пьем? Как правило, мы этого не знаем. Мы не знаем ни состава, ни показателей того, что составляет, в общем-то, основу нашего здоровья. Вода – это основа жизни человека. От ее качества зависит здоровье, энергия и, конечно же, долголетие. Она является растворителем питательных веществ, очищает организм от шлаков и токсинов. То есть это основные свойства живого организма. Потребление, переработка и очищение. Вот здесь главное спрятано вот это секрет здоровой жизни и защиты ее. Полноценная жизнь зависит, конечно же, вот от качества этой воды. Раньше думали, что живая и мертвая вода бывает только в сказках. На самом деле на острове Окинава растет белый коралл, уникальный коралл Санго, который обладает рядом преимуществ для восстановления и поддержания здоровья человека. Мы предлагаем вам на нашей программе пить именно живую воду Coral Mine. Вода, о которой раньше мы могли только мечтать. Добавлением порошка кораллового кальция в водопроводную фильтрованную питьевую бутилированную воду достигаются следующие результаты. Кстати говоря, здесь, вот в этих трех пакетах, в каждом по 10 пакетиков. Есть с серебром, есть без серебра. Что происходит? Вода становится безопасной, пригодной полностью для питья. В течение короткого времени инактивируется хлор, что очень немаловажно. Вода приобретает слабо щелочную реакцию, аналогичную pH крови и лимфы человеческой. Ее употребление соответствует мягкому физиологическому устранению закисления жидкостных сред организма. Это создание оптимальных условий для восстановления и сохранения здоровья. Коралловая вода – удивительный просто энергоинформационный продукт. Она будет в организме память о первозданном здоровье, дарованном людям природой. Являясь по сути жидким кристаллом, она помогает структурировать внутреннюю воду в организме и стирать негативную информацию. Ну, это просто волшебство. Вода становится более жидкой. Понижается ее поверхностное натяжение, а это значит, что ею можно напоить каждую клетку организма. Биодоступность такой воды, вот она максимальна. Круче на сегодняшний день, собственно говоря, нет. Вот Coral Mine – уникальный продукт. С коралловой водой организм получает коктейль из 70 микро- и макроэлементов, безупречно подобранных природой, в оптимальной для усвоения человеком в форме. Особенно важно наличие кальция в ионизированном виде, без которого невозможно протекание обменных процессов на клеточном уровне. Живая вода имеет структуру, приближенную к межклеточной жидкости в организме человека. Вода обогащается минералами и кальцием в ионной форме, быстрее усваивается организмом и клетками. При постоянном ее употреблении происходит восстановление организма, улучшается настроение, появляется энергия, нормализуется кровяное давление. Признаки обезвоживания организма. Смотрите, это ощущение жажды. Всем знакомо, видимо, это чувство, да? Не очень приятное. Уменьшенное потоотделение.
Ну, извините, бывают частые запоры. Это тоже следствие этого. Темные круги под глазами, головокружение, головная боль, сухость кожи и волос, повышенная температура, нет энергии и сил, камни, песок, соли в почках и желчном пузыре, сахарный диабет и другое. Я устану вот перечислять, можно было еще, но вот какой набор неприятностей, да, ввиду отсутствия качества и количества вот данного продукта. При употреблении воды с Coral Mine вы заметите, как ваш вес начнет таять. Ну, фантастика, это не фантастика. Почему? Потому что обменные процессы в клетке разгоняются. То есть все, что употребляете в пищу, она успешно перерабатывается клеткой, ну и выводится уже потом, соответственно, наружу. Поэтому вот эти вот скоростные обменные процессы позволяют уменьшить вес лишний, то есть используется энергия жира. Восстанавливается иммунитет, нормализуется содержание сахара в крови. Ну, что такое содержание сахара в крови, никому не позавидуешь, если оно превышает норму. Поэтому вот, почки и печень будут работать как часики, конечно же. Придет в норму эндокринная система. От эндокринной системы, все мы знаем, зависит общее качество жизни. То есть, либо оно есть, либо как таковое оно отсутствие. Замедляются процессы старения. Подробное описание живой воды Coral Mine, а также где и как приобрести, смотрите под моим видео. Дорожите возможностью приобрести эти продукты. Они действительно вот сказочные, они фантастические. С вами я, Сергей Ставинский. Пейте живую воду, будьте здоровы и красивы!